консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1965 года рождения. Дата исследования – 16 мая 2016 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневматизация легочной ткани снижена за счет интерстициального компонента, более выражена в прокостальных отделах задних сегментов, до минус 710-790 Хаунсфилда. На этом фоне визуализируются центролобулярные малоинтенсивные ацинарные очаги диаметром до 3-4 мм, также преимущественно паракостально. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты до 8 мм. Обращает на себя внимание склероз смежных замыкательных пластинок тел позвонков TH3-4. Сердца, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. 7 печени кальцификат диаметром 4 мм. Заключение, КТ-картины диффузного снижения пневматизации легочной ткани, экзогенный аллергический альвеолит. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, КТ-картина спондилита TH3-4. КТ-контроль 31 июля 2020 года. Пневматизация легочной ткани повысилась до плюс 840 плюс 850 Хаунсфилда. На этом фоне сохраняются, в меньшем количестве, центролобулярные малоинтенсивные ацинарные очаги диаметром до 3-4 мм. Данных за увеличение лимфоузлов в средостении нет, легочные артерии не расширены. В остальном без существенной динамики. Заключение, КТ-картина положительной динамики, за счет нормализации пневматизации легочной ткани, диффузного снижения пневматизации легочной ткани, экзогенный аллергический альвеолит. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, КТ-картина спондилита TH3-4. Рекомендована консультация пульмонолога, аллерголога, ассистент кафедры КМН. Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. По данным КТ у вас есть диффузное поражение ткани легких, сложно сказать какое именно, но более вероятно, что это экзогенный аллергический альвеолит, хроническое длительно текущее заболевание. Для уточнения диагноза вам нужно до обследования у пульмонолога и аллерголога.